Здравствуйте, меня зовут Смирнов Алексей, я приветствую вас в Московском доме книги. И сегодня вам хочу рассказать о книгах, посвященных искусственному интеллекту. Таких книг издается в последнее время очень большое количество, и связано это с тем, что искусственный интеллект проникает в нашу повседневную жизнь со всех сторон. И взрослые дети сейчас сталкиваются с тем, что мы называем ботами, которые подсказывают, как решить какую-то ситуацию, как ответить на какой-то конкретный вопрос, найти необходимый объект на карте и так далее, и так далее. То есть искусственный интеллект уже не представляется нам как нечто чуждым человеческому интеллекту. То есть мы даже доверяем каким-то советам, которые поступают от этих ботов, и, конечно, это вызывает и удивление и какие-то опасения. Как раз об этом те книги, о которых я вам сейчас расскажу. И начну я с вами о книге «Искусственный интеллект. Иллюстрированная история». В ней рассказывается о том, что искусственный интеллект придуман далеко не в последнее время, что о нем мы знаем и из литературных памятников, из литературных источников прошлого. То есть говорим о том, что человечество давно искало замену или помощь, точнее, в решении своих насущных проблем, прибегая к помощи искусственного интеллекта, искусственных созданий, роботов, андроидов, големов, даже, опять-таки, вот то, что касается истории древних народов, как, например, иудейского народа. Да? То есть такие существа существовали в фантазии, они реализовывались авторами того времени и современниками нашими. То есть это не какое-то новое понятие, да, это то, что в целом как бы всегда сопровождало историю человечества. То, что мы хотели, наверное, всегда реализовать и добиться в будущем. На протяжении всей истории человечества тайны разума, природа мышления и возможность создания искусственных существ будоражили воображение художников, ученых, философов и даже богословов. Мифология, изобразительное искусство, музыка и литература полны образов и историй, связанных с автоматами, подвижными механическими устройствами, созданными в подражании живым существам. Наше увлечение искусственным интеллектом, ИИ, то есть разумным поведением машин, также выражается в жутких и сверхъестественных сюжетах блокбастеров и видеоигр, где появляются роботы, наделенные эмоциями, и существа с совершенным интеллектом, непостижимым для человека. Следующая книга, посвященная также искусственному интеллекту, называется «Сердце машины», написал ее Ричард Йонг. О чем же эта книга? Здесь речь больше об эмоциональном интеллекте, который может быть свойственен искусственному интеллекту в совершенно ближайшее время. Об этом говорят и многие авторы, изучающие мозг, о том, как человечество сегодня справляется с нагрузкой, связанной с потоком информации из разных источников, из соцсетей, из печатных СМИ, из телевидения, радио и так далее. Так вот, эмоциональный интеллект, то, что присуще человеку, то есть сострадание, эмпатия, возможность понимать поступки человека, чем они обусловлены, какими эмоциями, все то, что присуще человеку, в этой книге говорится о том, что оно может быть потом, в дальнейшем, быть свойственно и искусственному интеллекту. Чем это может грозить человечеству? Тем, что искусственный интеллект может начать испытывать эмоции. А эмоции бывают разные. Они бывают положительные, а бывают отрицательные, как тот же эгоизм, ревность, агрессия. То есть то, что мы испытываем в состоянии стресса, в состоянии страха, то есть это может испытывать и машина. То есть в дальнейшем мы просто можем на равных общаться с искусственным интеллектом, понимая, что он тоже испытывает чувства, в том числе отрицательные. И как развернется этот процесс в дальнейшем, как мы сможем сосуществовать, большой вопрос. Перейдем ли мы ту этическую грань, когда машина может решать, жить нам или умереть, если это будет искусственный интеллект в области здравоохранения, да? Быть нам, скажем, в обществе людей или быть ограниченными в движении. Это тоже могут решать машины, принимая решения на основании тех правовых источников, которые мы сами с вами написали. Но у нас есть исключения, мы люди, которые можем принимать разные решения и находить разные пути в решении вопросов, которые связаны, ну, действительно с нашим существованием в будущем. Так вот, эта книга о том, что
искусственный интеллект вполне себе может быть опасен для человечества. Ну, не будем о грустном, надеюсь, что все-таки мы найдем в себе силы не допустить этого в дальнейшем. Сейчас мы переступаем порог удивительной новой эры, в которой начинаем наделять устройство способностью читать, интерпретировать, воспроизводить эмоции и, вероятно, испытывать их. Эмоциональное программирование – новое направление в искусственном интеллекте. Эффективная и незаурядная технология, которой суждено изменить нашу жизнь и мир в течение грядущих десятилетий. Такое развитие событий может показаться фантастикой или очередным свидетельством неумолимо наступающего прогресса. Как бы то ни было, мы сближаемся с технологиями теснее, чем когда-либо прежде. В конечном итоге машины станут нашими помощниками, друзьями, компаньонами и, возможно, даже возлюбленными. Со временем мы увидим, как мечта или кошмарный сон о разумных машинах становится реальностью. Эволюция человечества связана с техническим развитием с тех самых пор, как на заре цивилизации люди изготовили первые инструменты. Столь тесное сближение стало возможным лишь благодаря своевременной и постоянной взаимной поддержке людей и механизмов. И завершу свой обзор, свою речь о книгах по искусственному интеллекту, на мой взгляд, прекрасной новинкой художественной литературы от мастера прозы, сентиментальной, высокой прозы. Зовут его Исигура Кадзуо, который нам хорошо знаком как лауреат Нобелевской премии. Он получил премию в области литературы за свои достижения в своих писательских трудах, но не перестал после этого писать, не забронзовел, как говорят специалисты, и написал вот такую чудесную книгу, которая называется «Клара и солнце». Кто же такая Клара? Это искусственный интеллект. Даже андроид, который обладает искусственным интеллектом и вполне может быть стать спутником в жизни любого человека, подростка, человека в возрасте, кому нужна уже такая вот физическая, возможно, помощь. То есть создан такое подобие человека, который тоже обладает эмоциональным интеллектом и тоже может переживать, может расстраиваться, может шутить, то есть испытывать веселье и понимать юмор. И вот как раз об этом существе эта книга. Но не только об этом, о том, как оно встраивается в жизнь нас, людей, насколько это опасно, насколько это правильно. Это размышления некие философские Исигура, которая делает эту книгу такой не просто наблюдательной или какой-то повествовательной, а именно книгой, которая говорит о будущем, то есть футурологическая книга, наверное, которая заставляет нас тоже задуматься о том, а насколько же все-таки искусственный интеллект необходим и нужен или не нужен он нам дальше в нашей будущей жизни. В тот вечер я тоже была на кухне, как обычно. Стояла в полутьме лицом к холодильнику. Несколько минут я слушала, как Джози с мамой ведут легкую беседу во время еды. Затем все тем же легким тоном Джози спросила: «Мама, раз у меня такие хорошие оценки, мне правда она нужна? Это встреча у нас дома. Это социализация». «Конечно, дружок, умной быть недостаточно. Надо уметь общаться, ладить с другими». «Мама, я умею ладить, но только не с этими. Это твоя группа по возрасту и уровню, а в колледже тебе с кем только не придется иметь дело. У меня, когда я поступала в колледж, позади были годы и годы, когда я общалась со сверстниками каждый день. Но для тебя, для твоего поколения, все будет очень непросто, если не приложить усилий сейчас. Плохо получается в колледже обычно у тех, у кого было мало встреч». Читайте книги, приходите в Московский дом книги. Всего самого наилучшего. До свидания.